Гена с Чебурашкой купили косячок. Приходят домой, Гена говорит: Чебурашка, милый, ты знаешь, я что-то отмотался, весь день мотался, сегодня так жарко, противно. Я пойду в ванную быстренько, вот приму душик, ты здесь посиди пока чуть-чуть, а потом вернемся и с тобой косячок раскурим. Только смотри, падла, не кури только его, потому что я тебя знаю, ты же... Нет, Гена, спокойно иди, спокойно в ванну, все нормально, все, Гена уходит в ванну, Чебурашка нажимает на один канал телевизора, на другой, на третий, все, всякую фигню показывает, какую надо, ну ладно, пару раз пыхну, Гена не заметит, пару раз, и все, скурил, ну, все. Думаю, блядь, зачем я это сделал, зачем? Гена сейчас придет, сейчас надо набивать сейчас какой-нибудь Беломорье, ну, блядь, потом у меня на роже же к зеркалу подходит, ой, блядь, на роже все написано, пиздец, какой он, все, сейчас догадаюсь, вдруг голос из ванной: Чебурашка, принеси мне полотенце, блядь, полотенце, ёп, так, полотенце, что нужно сделать, нужно встать, сейчас пойти в спальню, открыть шкаф, достать полотенце, закрыть шкаф и прийти в ванную. Значит, нужно что-то сказать обязательно, а то он догадается, что... Так, надо сказать. Геннадий. Блядь, почему Геннадий? Я прям, как же Генарек, Генасик, Гена, вот, надо сказать, Гена, ты меня просил принести полотенце, вот я пошел в спальню, блядь, долго это, ёпта. Чебурашка, ну где полотенце? Блядь, полотенце! Заходит в спальню, блядь, нахуй я сюда пришел в спальню? А, полотенце, да, полотенце. Открываю шкаф, значит, беру полотенце, закрываю шкаф, прихожу в ванну и говорю: Гена, помнишь, ты просил меня... Нет, блядь, долго он догадается, парло догадается. Надо сказать: Гена, вот то самое полотенце, которое... Почему самое? Гена, когда ты мне сказал принести... Нет, блядь, надо сказать проще, как-то просто. А, надо сказать... Гена, вот твое полотенце. Вот. Нет, надо не так сказать. Надо еще проще сказать. Гена, возьми. Нет, не возьми. Надо сказать: Гена, на. Гена на, Гена на, Гена на, Гена на. А, крокодил в ванной!